За общероссийским голосованием наблюдают и студенты юридических факультетов южноуральских вузов. Волонтеров направило Челябинское отделение Ассоциации юристов России. Добровольцы прошли обучение и оформили необходимые документы в региональной общественной палате. Сегодня большинство наблюдателей-юристов работает на избирательных участках города Челябинска. Мы инструктировали, в общем-то, быть не ловцами каких-то нарушений, а быть помощниками. И если что-то не так, спрашивать сначала либо избирателя, либо представителя избирательной комиссии. Основные вопросы наблюдателей студентов возникли в первые дни, касались надомного голосования и правил размещения выносных пунктов. За разъяснениями обращались к юристам-экспертам. Серьезных нарушений процедуры общероссийского голосования эксперты не выявили.